Я продолжаю знакомить вас с классными турецкими сериалами. Сегодня я приготовила для вас подборку сериалов, которые заинтересуют вас с первого взгляда. Сериалы отличные, поэтому проблема, что посмотреть вечером, будет решена. И еще надеюсь, что видео вам понравится. Открывает сегодняшнюю подборку турецкий сериал «Если мужчина любит» или же «Если мужчина влюблен». В ролях Ясемин Ален, Бюшра Дивели, Гюркем Севинджик, Ягиз Джан Каньялы и другие. Сюжет разворачивается вокруг молодой женщины по имени Зейнеп, которая недавно развелась с мужем и вынуждена одна воспитывать двоих детей. Ей было очень тяжело, но положение еще осложнялось и тем, что Зейнеп никогда не была ответственной. Ее соперница – это молодая и симпатичная Йылдыз, которая давно положила глаз на своего босса Кенана, являющегося владельцем динамично развивающей IT-компании. Он очень умен и смог добиться определенного успеха в своей жизни. Помимо этого, природа наделила Кенана привлекательной внешностью. В сериале «Если мужчина влюблен» затрагивается актуальная тема борьбы двух женщин за сердце мужчины. С прежнего места работы Зейнеп была уволена за безответственность. Но по счастливой случайности ей удалось найти неплохое место. Молодой женщине придется пересмотреть свое отношение к должностным обязанностям, да и к жизни. В первую очередь она должна будет отыскать для себя новую работу и готова даже устроиться за небольшую оплату. В этот непростой жизненный момент для Зейнеп ей неожиданно улыбается удача. В итоге женщина получает такую работу, которая сможет кардинальным образом изменить всю ее жизнь. Зейнеп и подумать не могла, что Кенан обратит на нее внимание, потому что он был слишком увлечен своей работой. Но это не значит, что он был равнодушен к противоположному полу. К тому же вокруг него всегда было много красивых женщин, мечтающих завести отношения с таким небедным красавцем. Но с появлением в его жизни Зейнеп очень многое изменится. На самом деле вы свободны. В ролях Денис Шекир, Баде Ишил. Это мелодрама, которая покажет зрителям, как стереотипы и навязанные обществом правила жизни легко ломают судьбы женщин. Бельгин и Берна – две противоположности, которые притягиваются друг к другу. Женщин связывает их многолетняя дружба, которая однажды оказывается в серьезной опасности. И причина не только в красивом мужчине, но и в нормах жизни, которым героиням приходилось следовать много лет в ущерб себе, но под давлением общественности. Берна и Бельгин абсолютно разные. Одна – серьезная бизнес-леди, которая страдает от одиночества и мечтает найти любовь всей своей жизни. Вторая, наоборот, имеет супруга и детей, занимается ведением домашнего хозяйства и страдает от отсутствия самореализации. Однажды подруги решают кардинально изменить свою жизнь, но они даже и не подозревали, каким последствиям это может привести. Сериал «Городской доктор». На момент выхода видео сериал состоит из 4 серий. В ролях Хазал Субаши, Азан Акбаба, Денис Джан Акташ, Синан Албарах и другие. Это новая захватывающая драма, рассказывающая о жизни врачей. Доктор Кемаль – выдающийся хирург от Бога. Достаточно часто Кемаль сталкивался с тяжелыми диагнозами своих пациентов. Многие из них благодарны ему за спасенные жизни. Впереди его самого и его лучших друзей ждет блестящая карьера в одной из лучших турецких клиник. Он всегда стремился помогать людям и считает, что качественное лечение должно быть доступно каждому человеку, вне зависимости от его статуса и финансового состояния за плечами. Но вопреки всем расчетам и предположениям, Кемаль вместе со своими верными товарищами перебирается работать в простую городскую клинику. Именно этот перевод кардинально меняет не только судьбы всех главных героев, но и обитателей самого лечебного учреждения. Они успешны, талантливы, придерживаются кодексов и честно служат своему народу, но все еще остаются в маленьком городе, где практически не имеют шансов построить хорошую карьеру. Но это выбор каждого из них. На фоне их самоотверженной службы в жизни героев происходят настоящие драмы, связанные с личными разочарованиями, потерями, но не обходится и без радостных событий. Кемалю теперь придется отвечать не только за больных, но и следить, чтобы его молодые коллеги не начали путать работу и личную жизнь.
Сериал «Ребенок. Тайна матери» или другое же название «Тайна матери и ребенка». На момент выхода видео сериал состоит из 5 серий. В ролях Энгин Остюрк, Ирем Хилваджиоглу, Ахмед Варлей, Димет Гюль и другие. В центре детективной истории находятся две беременные женщины, которых зовут Дефне и Мирьем. Обворожительная красавица по имени Дефне Йылмаз жила роскошной жизнью и ни в чем себе не отказывала. Благодаря деньгам трудолюбивого мужа Чинара, она смогла себе позволить абсолютно любые капризы. Избранник занимался бизнесом и часто баловал ее дорогостоящими подарками. Он делал все возможное для того, чтобы она не чувствовала себя одиноко в гигантском особняке и весело проводила свой досуг. Состоятельный предприниматель мечтал о наследнике. Вскоре его молитвы были услышаны. Его прелестная жена забеременела. В ожидании первенца Дефне познакомилась с загадочной Мирьем. Женщины сблизились на почве того, что обе в скором времени должны были стать мамами. Они обсуждали свое самочувствие, говорили о подготовке к родам и рассуждали о том, получится ли у них стать хорошими родителями. Им искренне хотелось верить в то, что беды обойдут их стороной, а дети появятся на свет крепкими и здоровыми. Однажды Мирьем захотела поделиться с новой подругой своей сокровенной тайной. Излишняя откровенность стала поводом для совершения подлого поступка. Вам обязательно понравится этот сериал, из которого можно извлечь полезные жизненные уроки. Сериал «Подводная лодка С-245». В ролях Иван Штатлыток, Азгия Спиринджи, Эртан Сабан, Мирич Арал и другие. Этот сериал расскажет об экипаже подводной лодки С-245 и нескольких морских исследователях, которые используют судно в качестве защитного щита от смертоносных солнечных лучей, возникающих в результате резкого изменения полярности Солнца. Экипаж передвигается ночью, избегая солнечного света. Стихийное бедствие разрушило жизнь миллионов людей и их планы в одночасье. Арман Кай, главный герой сериала, и его товарищи по команде днем погружались глубоко в воду, чтобы пережить сильное гамма-излучение. Однако нехватка еды и отсутствие какого-либо постоянного решения проблемы играет с их рассудком, приводя к жестоким столкновениям и смертям. Теперь инструктору по дайвингу и биологу по совместительству по имени Арман придется спасать не только свою жизнь, но жизни сотни тысяч других людей. Арману вместе с товарищами и прекрасной Дефне, исследователем морских глубин, необходимо подняться на борт подводной субмарины и не просто понять причины возникновения стихийного бедствия, но и найти способ его ликвидации. Мужчина и женщина должны держаться вместе, чтобы выжить, и найти решение, которое поможет найти выход для всего человечества из сложившейся опасной ситуации. Арману и Дефне придется спасать не только человечество от вымирания, но и бороться за свою любовь и совместное будущее. Что ж, это были все сериалы на сегодня. И если подборка была вам интересна, дайте, пожалуйста, знать, поставив лайк или же напишите в комментариях. Еще нам очень интересно знать, сколько вас досматривают мои подборки до конца. Чтобы я увидела, сколько вас, напишите, пожалуйста, в комментариях название последнего сериала. Ну что ж, на этом все. Всем удачи, мирного неба над головой и до новых встреч с новым видео.